Результатов экзаменов на степень бакалавра 12-классники из района Басарабяска ждали с нетерпением. Правда, на высокие оценки никто из них не рассчитывал. На какие оценки ты рассчитываешь? 7 или чтобы был проходной балл? 6-7, больше нет. Когда результаты тестирования были вывешены в экзаменационных центрах, большинство выпускников остались разочарованы. В этом году в Басарабяском районе экзамены на степень бакалавра сдавало 154 выпускника. 70 из них получили оценки ниже 5 баллов. Больше всего провалов было на экзаменах по математике, иностранному языку и географии. В период с 27 по 29 июня все кандидаты могли подать на апелляцию. Это можно было сделать в экзаменационных центрах. Всего на апелляцию было подано 82 заявления. Результаты по опротестованным работам появятся 6 июля. Выпускники, получившие отрицательные оценки, смогут пересдать экзамены в ходе дополнительной сессии, которая пройдет в Молдове с 16 по 23 июля. 16 июля пройдет повторная сессия по румынскому языку в русских школах. 17 июля будут сдавать румынский и русский языки. 18 июля – иностранный. 21 июля – профильные экзамены, то есть математика и история. И 22 июля – экзамен по выбору. В этом году в районе Басарабяска не было ни одной аннулированной работы. В прошлом за попытки списывания с экзаменов было удалено 4 ученика.